Женщины, которые еле передвигаются по грязной жиже, жительницы улицы Кырман, села Рысты. На одной только этой улице проживает 12 матерей-героинь. Они вносят свой вклад в решение демографического вопроса государства и в ответ могли бы рассчитывать, что государство позаботится о них. Но руководство Мактаральского района и непосредственно акимат Нурлыбаевского сельского округа никак не могут решить вопрос благоустройства дороги. И так уже не один десяток лет. Что говорить? Сами видите, какая грязь. Вот так вот и существуем. Внуки огородами в школу ходят. Обуви не напасешься. Раньше целлофаны покупали рулонами, теперь все дорого. Еле на продукты хватает. Едва концы с концами сводим. Я работаю в районной поликлинике. Каждый день по этой грязи ходить устала. Бывает, что подскользнешься, приходится возвращаться домой и менять одежду. Кому понравится, если опаздываешь на работу? Живу на этой улице 30 лет, я мать-героиня. Никогда никому не жаловались, растили детей, работали, все успевали. У нас одна просьба к чиновникам, чтобы все улицы села заасфальтировали, а то ходить невозможно. По этой улице не только ходить трудно, даже машине заехать сюда сплошная проблема. А если кто-то заболеет, то скорую ждать дома бесполезно, она не проедет. И приходится человека самим тащить на себе. 50 лет живу, и все 50 лет такая ситуация. Непролазная грязь. А если скорая приезжает, машина ждет на трассе, а мы на себе тащим. Хорошо, если ребенок, а если взрослые? Ведь нашим родителям уже по 80-90 лет. А роженицам что делать? Проблема неблагоустроенных дорог аким Нурлыбаевского сельского округа хорошо знаком. Чиновники понимают, если дороги улицы Кырман и Акбастау заасфальтируют, то жители будут благодарны. В прошлом году мы планировали посыпать гравием дорогу, но районный акимат решил привести в порядок улицу Акбастау, которая ведет к новой школе. Улица Кырман и в этом году не будет благоустроена. Нет сейчас денег в бюджете. Жители села Рысты говорят, что забота и поддержка матерей-героинь должна быть не на бумаге, а в повседневной жизни. Выдержав лишения и невзгоды, они не сломались и дальше продолжают помогать растить внуков. Так неужели чиновники не могут сделать для них самую малость – привести в порядок улицу, по которой они ходят каждый день? Ведь и у них есть матери, сетуют сельчане.